Добро пожаловать на наш сайт! Сегодня приготовим перловую кашу на молоке. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Перловую крупу замачиваем в точных пропорциях холодной водой, как минимум на 12 часов. Молоко выливаем в удобную для варки кастрюлю и доводим до температуры 40 градусов. Перловую крупу промываем и выкладываем к молоку. Ставим на небольшой огонь, доводим до кипения и варим 5 минут с открытой крышкой. Затем ставим кастрюлю с кашей на водяную баню, в тазик или большую кастрюлю с кипящей водой. Перловку закрываем и продолжаем приготовление. До водяной бани каша будет томиться 6 часов. При необходимости подливаем воду в большую емкость. Уже спустя пару часов перловая крупа сильно разбухнет и впитает молоко. Прошло 6 часов. Посмотрите, какая чудесная каша получилась. Однородная, вязкая, с красивым бежевым цветом. Оставляем под крышкой буквально на 10 минут. Подаем блюдо к столу со сливочным маслом, украшаем и сластим по вкусу. Перловая каша на молоке готова. Рецепт с пошаговыми фото вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка которого указана в описании к видео. Приятного аппетита!